Добрый день, дорогие мои! Как ваше настроение? Хочу поздравить всем с Рождеством, дорогие мои! Дай Бог мир, счастья и любви! У нас в Армении вчера был, начало вчера, а в России начинает сегодня. Так что мы готовимся, дорогие мои! А вы знаете прекрасно, что надо готовить Рождество, да? Мы каждый год показываем, и в этом году уже готовимся. Самое главное, у нас на столе должен быть сладкий плов. Россия называет кутю, а у нас сладкий плов, карцерплав. Вот это все сухофрукты и, конечно, рис. Рис я беру длинный, дорогие мои. И по нашему обычаю рыба должна быть и шпинат. Вот мы готовимся до вечера, чтобы она была свежей, соседи придут, кути нам привезут. Еще раз поздравляю всем с Рождеством, желаю счастья, любви и свет у каждого дома. Свет – это вера, надежда и любовь, дорогие мои. Относитесь к близкому так, что, как вы хотели к вам относиться. Поэтому это взаимно. Надо любовь дать, и чтобы любовь и получать. Поэтому везде всем желаю свет, мир и любовь, дорогие мои. А мы сейчас пока в процессе, пока почистим, пока готовим. После пяти к вам опять я выйду, дорогие мои. Так что всем с праздником!